К нам в редакцию Далай-Лама приходит множество писем, адресованных мне. Что же в них? Давайте узнаем вместе с вами. Дорогой товаровед, пишет Дмитрий из города Гатчина, что под Санкт-Петербургом. У меня есть любимая девушка, но у меня нет возможности сводить ее в шикарный ресторан. Как мне быть? Что мне делать? Подскажи. Ищет выход из данной ситуации Дмитрий. Дмитрий, я как человек поживший знаю, что обилие выбора делает выбор невозможным. Но я сделаю для тебя невозможное. Здесь товароведы. Роспотребнадзору, давай лайм. Чипсы есть? Стой, полиция вызову! Ну что ж, привет, ленивые умы, не хотящие знать о том, о чем надо бы знать. И надо бы знать вам сегодня о чипсах. И вновь мне предоставили продукцию для эксперимента. Заметьте, во всех этих пачках чипсов по 80, по 70 грамм. И только в пачке Снэппика всего лишь 22. Но выглядят они примерно одинаково. В чем секрет? Воздух, закачанный в пачке. Это маркетинговый ход. Давайте узнаем, где воздуха меньше. Проверка давлением. Всем известная Эстрелла. 85 грамм. Как-то... Мало кому известные чипсы Премьер. 70 грамм. Ничего себе бабахнуло. Снэппика. Всего лишь 22 грамма. А пачка примерно такая же. Ну вот, совсем другое дело. Никакого воздуха, только продукт. И знаменитый Лейс. 80 грамм. Воу, 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 воу. И все. Соответственно, вы платите за бренд и за воздух. И Аршавина. Ай, блин! Кто это сделал? Кто? От бабушки. И Аршавина. Ну а теперь мы переходим к самому главному эксперименту. Ведь чипсы это картошка. Картошка это продукт, а продукт из картошки самый лучший это, конечно же, пюрешка. Теперь мы готовы приступить к самому волнительному эксперименту. Эксперимент на вкусовые ощущения. Эстрелла. Я сам удивлен. А пюрешка-то получается? Ну все по новой. На себе. Ребят, картофельное пюре. Так, знаешь, как с греночками. Я реально не ожидал. Чипсы Премьер. С Премьерой. Что-то бумага какая-то. Ну, я должен это попробовать. Чипсы Премьер. Тупо бумага. Маломальские Снэппика. Ну, что-то ничего не происходит. Пока что. Бекон. Реально, иди посмотри. Бекон. Бекон. Бля, реально бекон. Хороший бекон. Ничего себе. Ну и худобедные лейсики. Ха-ха.
малосольными огурчиками. Реально огурец? Малосольный? Ну-ка. Ну что же, все понятно? Чипсы и стрелы, натуральный продукт, одобрено. Давай лайма. Можно есть их охапками. О! 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 Я все порезал! О! Эстрел изрезала мне рот в мясо. Ну что же, у нас осталось только два кандидата, но я пробовать не могу. Переходим к самому главному эксперту. Итак, на финишной прямой у нас Эстрелла и Снапика с солью. Братан, Эстрелла. Братан, подожди. Снапика, Эстрелла или Снапика? Чипсы Снапика. И продукт натуральный. И есть не больно. И угостить не стыдно. Вы не могли бы не хрустеть? Может, еще не чавкать? А у вас усики? Я знаю. Снапика. Одобрен. Давай лайма.